Всем привет, друзья! Сегодня еще одна проверка на числы. Я знаю, то что... Почему, спросите? Почему четвертая проверка на числы? Потому что на втором видеоролике вам очень понравилось. И вообще-то никто не поставил комментарий. Надеюсь, те, кто смотрел мой второй ролик, оставят комментарий и подпишутся на мой канал. Приятного просмотра всем! Подпишитесь и поставьте лайк, если вам нравится такой формат видео «Проверка на числы». Как вы знаете, в прошлых двух роликах я делал проверку на читы рандомно. И второй ролик залетел, хоть первый не залетел, потому что он был корявый, очень корявый. Можете даже его не смотреть, мне он не очень нравится. Ну ладно, сейчас будем то же самое, если снова залетит, то просто будет бомбезно. Давай, тэпнем сюда Курука. Курук? Похере. Круг. Все, вот он. Так, давай пишем привет. Это проверка на читы. Пиши свой ДС. Пиши ДС или бан, давай. Или античит жалуются. Ну, немного. Поврём немножко, чтобы он написал прям ДС, потому что я не хочу, чтобы так долго растягивался ролик. Что ДС или бан? Давайте подождем. И вот ДС еще. Ой, Ютон Дриплей, кстати, начал стрим. Крутой чел. Реально. Давайте подождем. Бан. У тебя. Тебя на минута. Все равно, я его отпустил. И решил его не банить. Потому что он, как бы. Довольно правильно говорил, и я его не хочу банить. То есть, я, наверное, обрежу ту часть, то есть я там просто молчал. Он написал то, что без причины нельзя вызывать на проверку. Но он сказал то, что бань, все-таки я его не решил банить. Как вы думаете, правильно ли это или нет? Он даже ДС не хотел писать. Ну ладно. Давайте тпхнем другого. Владельца. Дайте ТП. Ере. Как у него там ник? ЗЗЗЗЗ. ТП. Ере. ЗЗЗЗЗ. Так. Привет. Это проверка на читы. ШДС или бан. Все, давайте подождем. Так, он написал, что у него ДС. Ок. Скачай. Просто подождем, вдруг он скачает. Если не скачает, то я игнор. Ему приделаю. Ну, пиши ДС. Или бан. Давай, пиши ДС или бан. Ну. Давай, пиши ДС. Я жду. Он, короче, не пишет ДС, я его просто... Это...
Ну, я его просто забаню, и все. Баним за 7 дней. Игнор проверки. Все. Мы его забанили. Давайте поищем еще некоторых челов. Давайте аркон врубим. Все, мы здесь. Мы в арконе. Давайте. Ты пахнемся. Стойте. Стойте. У меня все. Нужно уже заканчивать этот видеоролик. Потому что я проверил уже 2 игроков. Одного я не забанил. За причину то, что он смог отмазаться от проверки. Как думаете, забанить ли его или не забанить? Если забанить, пишите плюс в чат. А если его не банить, значит минус. Сколько будет плюсов и минусов, тогда я посчитаю. И если будет много плюсов, значит я его баню. А надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Всем пока! So I'm still at your heart tonight.